Всем привет! На связи неблогер Вован, и сегодня я хочу вам показать, как я меняю провода. Вот на своей старой акустической системе Microlab. Ей уже больше, я не знаю, наверное, лет 15 этой системе. Вот. Вот такие вот крышечки у нее. Я уже снял. Сателлиты я уже разобрал. Вот. Отдельно динамики выкрутил. Что я хочу сделать? Я хочу сделать следующее, поменять вот эти провода. Они уже настолько старые, что он лопаются, и того и гляди, скоро отвалится. Так что надо вот их старенькие убрать, проводочки, а новые поставить. И они тем более еще и короткие. Беру их туда. Так, взял я такие же, как и были с завода. Конечно, тонковатые, я думаю, они. У них сечение тонкое, но для сателлитов пойдет. Итак, что сейчас? Сначала залудим. Такие вот сателлиты. Так, один провод я уже облудил. Сейчас второй облудим. Минус к минусу, а плюс к плюсу, чтобы полярность соблюсти. Так, готово. Провод надо будет спрятать. Так, один сателлит готов. Сейчас сразу мы его соберем. Так, 4 болтика. Отверточка. Крепится просто на 4 болта, то есть самореза, даже не болта, а самореза. Такие вот у них снизу импровизированный фазоинвертор на каждом сателлите. Система такая, ну, будем говорить, не профессиональная, конечно, а обычная. Музыку слушать, да видео монтировать. Ну, мне хватает, в принципе. Так, протяну сейчас. Все. Так, готово. Где тут у нас разъем? А вот разъем сделал сразу термоусадкой, чтобы вот здесь не ломалось. Посмотрим, насколько хватит. Так, защиту. Просто вставляется. Вот такие вот, такая древность, будем говорить. Ну, ничего, симпатично смотрится.
Да и звучит неплохо. Так, один готов. Так, убираем мы его. Стороночку. Так. Будем второй припаивать. Так, плюс на плюс. Так, что-то мне это не нравится, пайка, сейчас я получше. Вроде припаялась. Нифига не припаялась. Так, надо, наверное, так сделать. Паяльным жиром. Канифоли нету. Так, конечно, канифоли лучше. Но вот купил только паяльный жир. Пока им. Так, ну все. Все готово. Так, собираем. Так, где мои болтики? Готово. Сейчас закручу, одену защиту и расскажу. Здесь у меня на этом сабвуфере, как видите, там по видео, вот, прикручен медиаплеер MP3. Там внутри блок питания, в самом сабвуфере у меня. И так, сейчас прикрутим. Все готово. Так, защиту. Так, одели. Так, готово. Так, паяльничек выключу, пусть остывает. Так, жир уберем. Паять уже не будем. Так, вот, что я хотел рассказать еще. Здесь вот у меня на этом на сабвуфере. Сейчас отключу провод. Так, провод отключил. Здесь на сабвуфере я припаял вот такой вот плеер. Это MP3 плеер. Rhythmix. Он может работать как от внутренней памяти. Также у него есть карта вот. Флешечка вот здесь стоит сбоку, вот она, microSD. Зачем я так сделал? Там внутри блок питания, еще раз повторюсь, и когда включаешь сабвуфер, мы его включим, я вам продемонстрирую. Так, включили, готово. Теперь здесь кнопочку мы включение на нем, вот он включен. Включаем. Вот. Загружается.
Все, загрузился. И теперь мы можем спокойно с этой флешечки, которая здесь, без компьютера, без подключенного, можем просто слушать музыку. Вот сейчас я вам продемонстрирую. Подключаем, заодно проверим. Включаем сюда. Так, это у нас выход. Включаем вход. Вот, вход подключили. Подключаем сателлиты наши. Так, поставим их вот сюда. Заодно проверим. Подключаем сзади сателлиты. Раз. 92-й левый. Два. Так, это готово, это готово. Все, подключили. Теперь мы подключаем в плеер, подключаем на вход. Все, ну так провод можно немножко убрать там назад, если он мешает. Вот. Все, готово. Теперь выбираем, что у нас здесь есть. Видео он может проигрывать. Кстати, такая малипуська проигрывает видео даже. Ему тоже уже лет, я не знаю, лет 13, наверное, точно. Вот. Сейчас заходим в музыка. Вот карта памяти. Вот тут у меня записаны старые, правда, уже очень песни. Во, все, можно слушать. Вот вам, пожалуйста. И можно не использовать компьютер. Вот, и слушать вот так вот в виде как бы такой, ну не Bluetooth колонка, конечно, но такой проигрыватель вот, я сделал тоже очень давно. Долго его слушал в мастерской без компьютера, а сейчас к компьютеру его подключаю. Вот такие вот дела. Ну все, все работает, мне нравится, можно выключать. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, если понравилось, поставьте лайк. Если не понравилось, напишите в комментариях, что именно не понравилось, подискутируем. Что еще вам сказать? Всем хорошего настроения, отличного дня. Всем пока!